Однажды утром Харуки обнаруживает в своей обычной жизни загадочные древние часы. Эти часы обладают способностью управлять временем. Когда Харуки обнаруживает эту способность, он начинает блуждать по сложным переплетениям прошлого и будущего. В свою первую поездку юный Харуки возвращается в школьные годы и пытается изменить важное решение. Однако эффект домино от этого решения влияет на его собственное будущее и жизнь окружающих. Харуки изо всех сил пытается понять, как его собственное вмешательство может нарушить хрупкий баланс времени. Со временем он встречает, помимо Харуки, и других людей, умеющих управлять временем. Эта группа называется «Стражи времени» и стремится защитить мир от хаотичных сил времени. Однако враг с темным прошлым пытается захватить силу, которую они называют «эхо времени». Столкнувшись с этим грозным врагом, Харуки и его друзьям предстоит сражаться как с призраками прошлого, так и с неопределенностью будущего. История разворачивается через путешествия во времени, трогательные воспоминания и глубокие эмоциональные связи. Сердце Харуки все еще бьется за свою когда-то потерянную возлюбленную Эмму, а процесс противостояния болезненным воспоминаниям прошлого отправляет зрителей в эмоциональное путешествие. Раскрывая тайны времени, Харуки и его друзья укрепляют свои связи друг с другом. Однако у каждой победы есть цена. Эта эпическая битва против природы времени требует от Харуки принесения своей высшей жертвы. Защищая своих близких, он сталкивается с большими личными потерями. «Эхо времени» — это эпическая аниме-история, которая отправляет зрителей в незабываемое путешествие, затрагивая темы понимания и принятия силы времени, открытия границ любви и веры в силу дружбы. Однажды утром Харуки обнаруживает в своей обычной жизни загадочные древние часы. Эти часы обладают способностью управлять временем. Когда Харуки обнаруживает эту способность, он начинает блуждать по сложным переплетениям прошлого и будущего. В свою первую поездку юный Харуки возвращается в школьные годы и пытается изменить важное решение. Однако эффект домино от этого решения влияет на его собственное будущее и жизнь окружающих. Харуки изо всех сил пытается понять, как его собственное вмешательство может нарушить хрупкий баланс времени. Со временем он встречает, помимо Харуки, и других людей, умеющих управлять временем. Эта группа называется «Стражи времени» и стремится защитить мир от хаотичных сил времени. Однако враг с темным прошлым пытается захватить силу, которую они называют «эхо времени». Столкнувшись с этим грозным врагом, Харуки и его друзьям предстоит сражаться как с призраками прошлого, так и с неопределенностью будущего. История разворачивается через путешествия во времени, трогательные воспоминания и глубокие эмоциональные связи. Сердце Харуки все еще бьется за свою когда-то потерянную возлюбленную Эмму, а процесс противостояния болезненным воспоминаниям прошлого отправляет зрителей в эмоциональное путешествие. Раскрывая тайны времени, Харуки и его друзья укрепляют свои связи друг с другом. Однако у каждой победы есть цена. Эта эпическая битва против природы времени требует от Харуки принесения своей высшей жертвы. Защищая своих близких, он сталкивается с большими личными потерями. «Эхо времени» — это эпическая аниме-история, которая отправляет зрителей в незабываемое путешествие, затрагивая темы понимания и принятия силы времени, открытия границ любви и веры в силу дружбы.